Вот уже 25 лет кинофестиваль «Сталкер» собирает лучшие фильмы о правах человека. С 10 по 15 февраля в Смоленске и области прошли показы лучших картин, которые рассказывают о людях и их нелегких судьбах. Один из таких фильмов «Солдатик», основанный на реальных событиях военных лет. Он был показан в Центре культуры и молодежной политики Десногорска. Это то место, где мы все с вами приобщаемся к культуре кино, культуре нашей Родины, культуре тем событиям, которые произошли 75 лет назад, наша великая победа. Я благодарю всех вас, что вы нашли время сегодня прийти в этот зал, вместе с нами посмотреть фильм. Режиссер и сценарист фильма «Солдатик» Виктория Фансютина и директор гильдии режиссеров Игорь Степанов порадовали всех зрителей личным присутствием. Они рассказали интересные истории съемочного процесса и непосредственно о самом фильме. Казалось бы, про войну уже все рассказать, мы должны об этом говорить, должны это помнить. Вот. И другой момент был, как рассказать детям, они маленькие, а как рассказать им то, что происходило, то, что видел этот ребенок. И тогда мы пошли таким путем, мы постарались рассказать это так, как нам рассказывали о войне те, кто ее действительно видел. После выступлений для детей и их родителей начался показ военной драмы. В фильме показана реальная история о событиях, которые произошли в жизни 6-летнего Сережи Алешкова в годы Великой Отечественной войны. Смотри, смотри, видишь, у меня цветочек получился. Нет, цветочек мне не нравится. Вы мне так нарисуете. Потеряв всех своих родных, он попадает в действующую армию. Там с маленьким Сережей затеяли игру в солдатика, чтобы хоть как-то сохранить ему детство. В ходе Сталинградной битвы мальчик становится настоящим защитником Родины и получает медаль за боевые заслуги. Безусловно, такая история затронула сердце каждого зрителя. Мы хотим сказать спасибо за такое прекрасное кино. Нам очень понравился фильм. Он интересный, трагический. Были моменты смешные, были там, где очень хочется поплакать. Конечно, фильм очень проникновенный. Я весь фильм проплакала, эмоции не передать словами. Такие фильмы нужно показывать. И очень было сегодня приятно, что полный зал именно детей. Сегодня в зале присутствовала моя девочка, ей как раз 6 лет, и она плакала вместе со мной. Такие истории не просто знакомят детей с настоящими героями военных лет, но и воспитывают в подрастающем поколении главные человеческие качества – любовь к родине, уважение к предкам и благодарность за мирное небо над головой. Ксения Вьюшкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.